Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки. На сей раз мы начинаем с друида в надежде на классные шмоточки. В текущий момент обновление 7.3 и уже дали 41-е здание. Поехали. А на друида нам падает релик 940-й. Весьма интересно, потому что говорили о том, что надо, мол, типа закрыть десятку и выше, и вы получите 935-й лут. Окей, плюс 11 эквипов к артефакту, это весьма классно. Юзаем АП-шку. 500 миллионов силы артефакта. Очень много, между прочим. Окей. Идем на паладина. А что у нас вообще по модификаторам получается в текущей неделе? Усиливающий, взрывоопасный. Что там, укрепленный или тираник третьим модификатором идет? Что у меня сейчас под рукой нету этой таблички? Глянуть не могу. Так, окей, вскрываем на паладине. Шея 935 с сокетом. То есть эта шея была бы хороша на ДК или Вара, но она падает на паладина. Хорошо, я одену ее, а зачарю потом. Мне кажется, за эту шею меня сейчас все армсвары готовы живьем похоронить. Извините, пожалуйста, я не специально. ДКшкой вскрываем. Девятьсот сороковая, 935-я с сокетом. Это только я так могу. Чекаем сейчас, что на ДК упадет. Что это такое? А, это самая бесполезная тьма, которую только можно было придумать. Спасибо. Ну и ластовый двор. Все прогрузилось, окей. Что это такое? Так, это ненужный плащик. Поздравляю, я опять полутал на мейнах какое-то дерьмо. Обожаю. Что там, как я в конце видоса всегда говорю? Говорю, всех благ, там, счастья, здоровья, легендарок побольше, да? Берегите ноги, как говорится. Хорошего вам недельного лута и удачного покорения 7.3. До скорого.